По этой регистрации они мне выдавали, но я так чего не знаю. Конечно. Вот мы и проверим, хорошо? Проверка коснулась всех. Предъявить документы стражи порядка просят как покупателей, так и сотрудников сельскохозяйственного рынка. С последними возникают сложности. Прежде чем увидеть паспорт торговца, его самого необходимо найти. Укрытого торгового комплекса 12 выходов, поэтому некоторым скрыться удалось. Задержанных, тем не менее, несколько десятков. На рынке достаточно людей, чьи документы не соответствуют принятым нормам. Большинство из задержанных – уроженцы среднеазиатских республик. Всем этим мужчинам предстоит пройти проверку. Доставлены в местный отдел полиции для проверки законности их пребывания на территории Российской Федерации. Также они будут проверены на причастность к ранее совершенным преступлениям. Также стражи порядка обнаружили, что на рынке одежда ведущих мировых брендов продается по бросовым ценам. Подозрение в контрафакте вызвала и парфюмерия. Продавец туалетной воды утверждает, что вопросы следует задавать не ему, а поставщику. Я же не буду у них документы спрашивать. Почему? Это база, вся Москва, вся, не то что вся Москва, вся Россия оттуда тарится. Весь подозрительный товар конфискован и отправлен на экспертизу. По ее результатам станет известно, какую ответственность понесут нарушившие закон предприниматели.